А та на поляне собирается голосовать завтра против тебя. Да ладно. И Александра-баба Шура Артемова записала, если честно, на сайте дом2.ру про тебя видеоблог. Слушай, ей больше всех надо. Давай будем смотреть. Ну-ка, Дима. Дмитриенко или Дмитриенко, так еще никто не выучил. Ну, Артемон, все знают, что это Дмитрий Рапунцель. Ну что, у нас, значит, вопросы возникают. То есть она создает сама себе некий сценарий, по которому она живет. Слушай, блин, маленькая знать... уже завидует. Представляешь, ей 20 лет, она уже просто не знает, уже, чем ей заняться. Я покоя не даю. Слушай, я от нее реально не ожидала. Ну, баба Шура, блин. Ты прикинула, говоришь? Я с ней разберусь, не, серьезно, что ей надо до меня вообще? По сценарию живешь, говорит, что ты вообще, тебе надо выгнать. Да, конечно, кто бы говорил, она там с Женькой все строит там из себя, а я живу настоящими реальными эмоциями. Ой, если честно, я считаю, что ты не должна свои эмоции сейчас просто так впустую. Давай запишем ей видео-ответ. Ну давай, главное. И на так сайт запишем. Быть. Сейчас нравится все такое делать. Давай, коротко, четко, по делу и пойдем есть. Ну, давай, попробуем. Давай, раз, два, поехали. Слушай, баба Шура, что тебе вот не живется-то, а? И вроде Женька у тебя, ты любима. Что тебе нужно вообще до меня? Как, что, там, искренне, не искренне, да? Но это твое право, конечно, твое решение, там, собирать заговор против меня. Я буду счастлива, да, так не с Димой, так с другим. И на моей улице будет праздник. И я объясняю, что я тоже хочу быть любимой, счастлива, и улыбаться, и радоваться жизни. Ну, все, потому что говорить можно бесконечно. Я все сказала. Все, мне больше нечего говорить. Все! Ну, я можно? Считаю, что мы сейчас это отправим на сайт и... Я не могу успокоиться. Вот я сейчас смотрю, вот, я сейчас досмотрю до конца. И завтра со всех ситуаций нужно искать выгоду и плюсы. Мы завтра посмотрим, как твой парень будет тебя отстаивать на голосовании. Ты чего?